думаешь, насколько важно сотрудничество клуба с фондом «Подари жизнь»? Очень важно, и, собственно, об этом сейчас и говорили, поскольку, знаете, как очень много говорится о том, что футбол – это большие деньги, что там по полю бегают миллионеры, и когда у нас появляется конкретная, предметная возможность показать, что это еще и социальная ответственность, что это еще и помощь тем, кто в этой помощи остро нуждается, это очень важно, и это очень здорово, что такая возможность есть и у клуба, и у фонда. Ну вот какие планы по расширению сотрудничества с фондом? Ну, на самом деле, я думаю, что мы здесь будем ждать максимальных предложений от фонда, потому что наши фантазии в этом отношении немного ограничены. Мы приняли вот эти системы, о которых говорили на конференции с точки зрения премиальных, билетной выручки. Очень хочется наших ведущих игроков привести конкретным детям, чтобы то, что вот о том чуде, о котором рассказывал Чулпан, чтобы тоже быть причастным и помочь детям еще. И поскольку для многих детей ощущение того, что им появилось какое-то лекарство, они могут физически это даже не понять. Но, может быть, им стало лучше, может, им станет лучше. Но когда к ним придет конкретный человек, звезда, которого они боготворят, вот здесь конкретная психологическая помощь будет оказана вот в этот самый момент. Поэтому мы прекрасно знаем, что любая болезнь, она это сочетание, так сказать, жизненных проблем с точки зрения органов, но и психологии. И вот если человеку психологически комфортно и его какие-то радостные события сопровождают, то и лечение проходит быстрее и лучше. Ну, как я понимаю, это все только начало, это первые шаги. Ну, конечно, это первые шаги. Так вообще-то футбольный клуб «Анжи» новую историю пишет только сейчас вместе с вами. Даже вот проект «Анжи ТВ» – это тоже первые шаги. Поэтому мы все пионеры и соучастники во всех первых шагах, которые мы сейчас пытаемся делать.